Доброго времени суток. Мы на болотах. Переночевали здесь. Так, нам надо сегодня на заревший хутор определиться с пропавшими учеными. И у нас здесь еще стоит Фрол, с которым нам надо поговорить. Привет. Приветствую. Фрол, как здоровье? Знаешь меня? Откуда? Видел, как ты в отключке лежал на северном хуторе. Меченый я. А, Меченый. Извини, не признал. Мне про тебя аспиранты лоботрясы рассказали. Ты, по всему, видать, мужик нормальный. Не то, что некоторые. Хотел с тобой по одному делу переговорить. Когда я отправлялся разведать дорогу до логова гиганта, по пути наткнулся на труп сталкера. У него документы кое-какие были, а среди них карта с одним отмеченным местом. Я думаю, это резервный схрон группы, что тут раньше была. Чистое небо они себя называли. Схрон не так далеко, но я пока не ходок по зоне. Сюда-то вот долговцы, спасибо им, дотащили. Ты как, не хочешь взглянуть, что там? Взглянуть можно, почему нет? А в чем твой интерес? Судя по бумагам, там должно быть какое-то забугорное оружие. А сюда, в лагерь, на днях приходил сталкер, который как раз интересуется западными образцами. Нужен ему запасной ствол, именно под 5,56. Большие деньги сулил и Пахому, и Сильвестру, если согласятся продать ему что-нибудь под этот калибр. Да только откуда здесь такое оружие? Завтра он должен еще раз заглянуть к нам. Провизии наменять на монстрячие потроха. Вроде как в ходку собирается надолго. Вот я и подумал, если тайник действительно существует, и в нем подходящий ствол окажется, чем черт не шутит, попробую продать, если не поздно еще. А с тобой у меня тоже найдется чем расплатиться. В накладе не останешься, обещаю. Понятно, хорошо, говори, где схрон. Где искать это место? Давай на карте в ПДА покажу. Это должно быть западнее мехдвора. Там еще пруд небольшой. Приблизительно в этом месте. Только постарайся за сутки управиться. Не то вероятный покупатель уйдет в рейд. Да вот еще что. Если будет там оружие, убедись, пожалуйста, что оно в товарном виде. Все-таки времени много прошло. Почистить там смарш, если надо. А то неудобно как-то получится. Да ты офигел, мне еще его и ремонтировать придется. Ну до встречи тебе, блин. Так, понятно, вот он наш схрон. Отлично. Так, а что у нас? Просьба заметки. Тайник для Фрола. Понял. Ну, блин. Ну, давайте двинем тогда. Так, что ж нам... Что ж нам делать-то так? Давайте купим что-нибудь еще. Хлеба, пойдем по трошкам наменяем. К воякам пока здесь. Давай, иди сюда. Пахом. Так ж... Обменять. А что я у тебя могу обменять? Да нихера, да? Два батона. А спички? Офигеть. Без спичек. А что ж делать? Что, набрать батонов? Ну, взял. Ага. Да. Отлично. И как мне с ним разойтись? По-хорошему. Так, два батона. И спички. Так, нифига так не получается. Мужик, у тебя есть батон, брат? Ты лежишь, ты сидишь возле костра, друг, у тебя батон есть? Да потянуло, давай торговать. Бинтик, ёпара, еще, офигеть. Нету. Брат, да у тебя тоже нету. Хотя подожди, стой. Друг, ты не торгуешь, да иди в пень. Ёпара, это как с тобой разойтись, Пахом, не уходи далеко, ну... Офигеть. Да. Не влазит. А так жалко. Сотку теряю. Да и черт с тобой, ладно. Пользуйся моей добротой, гад. Кровосос. Давайте сохранимся. Где ты, блин? О, игра, пусти! Ты посмотри. Выводи нас. Что там, пушек нет? Пойдемте сразу патронов наменяем. Блин. Оу, чуть не улетел. Братан, привет. Как жизнь?
Так. Ну, стопудово здесь кошечки есть, да? Где-то здесь сложиться можно, нет? Нигде ящичка нету. Это же должен быть. О-о-о, как не здорово. Блин, еще эта зараза за мной увязалась. Иди ты. О, промазала. Одна готова. Вторая. Они там. Куда побежала, э? Вернись. Блин, на ход стрелял, думал. О, двоих одним. Дабл килл. Да иди ж ты. Дох. Блин. Толпа прибежала. Бля. Как вы мне... Дороги. Че, убежали? А че? Не уходи. Чего? Нужен нож. А что у нас за нож? То есть... А, ну хороший, да? Я надеюсь. Ну да. Ничего. 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 Да что ж такое-то, а? Ой, да у вас тут много. Ничего. Ничего. Ладно. Подожди, мне возле вертолета проходить-то надо. Ага, я сейчас выйду, да, и прямо на тараканов. Но это не есть хорошо. Идите, сволочи. Выходите. Ладно, что делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя есть что-нибудь? Ничего. Я понял. Куда побежал? Уже никого нет! Орёшь! Бегун, блин. Ладно. Что мы там получили? Ну, нормально, выведется. Чё? Ребята, вы чё? Где? А, вон он, фу. Я думал, никого нет. Привет, пацаны. Я за патронами. Чё, устал? Бывает. Привет. Привет, ты снова по поводу обмена? Привет, служивый. Да, думаю, спрошу. Так, спрашивай, патрончики нужны, небось? Тогда готовь консерву и или сухпай. Вот банка с хлебом. Давай. Так, вот банка с хлебом, отлично. Еще, еще, еще. Отлично. Хорошо. Так, мы наменяли патронов. Капец, капецки. Теперь будем стрелять. Сейчас глянем, сколько. Нормально. Так, у нас дробь кончается почему-то. Давайте сохранимся. Братки, я тут с вами присяду, можно? Все, поболтали. Хорошо, пошел я. И тебе пока. Так, теперь двинем на заревший хутор. Ой, как же далеко идти здесь. А я уставший. Так, а сколько мы весим? Как оно все тяжело. Ладно. А, все, капец, сейчас штуку влупит. Уф. Уф. Один рентген. Обалдеть. Обалдеть. Да. Просто супер. Да, тяжелым здесь бегать нельзя. 11-й день у нас уже. Тяжелому тяжело через воду бежать. Солнышко встает, хорошо. Игра, игра, не... Дядя, привет. Слушай, у нас есть хвостик. Он нам нужен, нет? Или потом еще вернемся сюда? Вернемся, давайте сохранимся. И пошли.
Так. Что у нас? Как бы... Заревший хутор. Ну, давайте. Я просто думаю, как... А, блин, вот это да. Чуть не влетел. Да чтоб вас поналили тут киселей. Хрен пройдешь. Бля. Одни аномалии. Да что ж такое-то, а? У меня еще радиация выходит, да? Офигеть. Блять, крысы как кабаны бегают. Я тяжелый. А я капец тяжелый, блин, надо разгрузиться. Это выложим. Это выложим. Выложим. Тоже выложим. Поставим. Ух ты. А что, больше выкладывать нечего? Обалдеть. Так. Это мы наберем. Блин, а где все сталкеры? Сохраниться-то надо. Лёу. Как так-то? Я же по здоровью уже хромаю. Как невесело. Ох, у вас там таракашки. И много. Алло. Оу. Это аномалия. Как бы вам свистнуть так, чтобы все пробежали? Ну все толпой, куда вы побежали, алло? О, я понял. Бежишь? Хорошо. Здравствуйте. О, привет. Парни, здрасте. Мне так на вас патронов не хватит. Сколько у вас здесь? Дабл. Так. Хорошо, перезарядиться. Да. Патроны уходят. Едь. Что за нож? Нормальный. У нас, кстати, ножа нету. Ну, не вижу. Блин, уйди. О, голов нарезал. 4 штуки. Я тут аномалии, фиговая туча. Все, прошли. Солнышко светит в глаза, блин. Ой, блин, кустики пустите. Че, пройти не могу, блин. Бля, там аномалия. Здорово. Кабан. Второй кабан. А что вы тут делаете? Йоу. Я понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял. Иди сюда. Угу. Ожидай. Сфига меня тут долбит радиация. Ты где? Ты же где-то сдох, нет? Или нет, да? Отлично. Куда убежал? Ну не, сдох. Вот отдыхай, братан, отдыхай. Не надо. Где твоя морда? Я тебя не вижу, блин. Ух ты, бля! Ничего нет, я понял. И этот жопой лёг. Ну, у тебя есть копыта, хорошо. Так, главное теперь в аномалию не улететь. У меня игра подлагивает. Видимо, надо остановиться, перегрузить ее. Котики. Котики-обормотики. Вы так нужны, что капец. Так, солнышко такое приятное. Крысы. Так, заряжаемся. О, все. Заряжаться-то нечем. Я понял. Здорово. Что у нас?
Собачки. Вот мне тут не нужны собачки. Зараза. Дохла. Ничего. Так, это пока ставим. Братан, ты кто? О, хорошо. Документы. Брали. О, блядь, ты чё тут бегаешь? Нужен нож. Ладно, давай. Хвост пригодится. Так. Аномалия. Ищем аномалию. Где-то здесь должна быть, правильно? Недалеко. По звуку. Где-то... Ну, аномалия. Опа. Так, ясно. Натан, иди сюда, ты первым будешь. Котяра. Крыса. Да. Давайте я их, наверное, натаскаю здесь кучку. Остановлю пока запись. Вот первого притащил. Остановлю запись. Когда кучку накидаю, а тут долго я буду таскать их. Но я тут натаскал вот кучку. Кучку сделал. Можем, конечно, сразу их того. Я просто не знаю, как игра поведет себя. Давайте попробуем. Дядька, ты последний. Давай. Пихаем. Ты не пихаешься, друг. Ты чё не берешься, а? Ну? Идите, я вас отпускаю. Ну и? Ну это ты чё, издевательство? Ну, двое улетели. Или один? Ну ты чё? Так, во. Отлично. Полет нормальный. Все, побежали, ребята. Так, у нас теперь схрон. Схрон Фрола, да? Так. Ну давайте сохранимся, что ли. Кабанчики. Неохота мне с вами стреляться, парни. Ну-ну. Догнал. Ух ты, блядь. Тихо. Готов. Бля, у меня патронов нет. Тихо. Нафига ты их туда запихиваешь под камушек, под этот? Зараза такая, как их теперь обыскивать-то? Все, патроны кончились. Да иди ты, блин! Да ё-моё! Сфига тут... Какие они фонящие, а? Прям косой какой-то. А то... Ты прибежал, да? Не понял? Хорош бегать! Сдох. Хорошо. Бля, не зарядился. Ну, обалдеть. А, отлично. Вернитесь, пожалуйста, за... О, бля! Побежал. Молодец. И никто мне не напомнил, да? Почему молчите? Что я там сбросил всю оружку, да?
Что ж такое-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Туда-сюда, туда-сюда. Чем запрошался? Бывает. Так. И как я его теперь обыскивать буду? Блядь. Какой же ты фонящий, друг! Нет, 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 нет! Топыться. Да чё ж тебе так фонит-то там, а? Фига себе, голову настрих. Еще? Для этого не достану, да? Ощупать. Идите в пень. Блин, сколько я там получил? 500. Крысы, блин, орут. Фига нет. Че, никого? Ай, зараза, мне сохраниться надо, ну ладно. О, ящичек. Хорошо. Какой из них самый? Вот он. Бинтик. Отдайте би... О, бинтик. Бинтик. А вот еще ящичек, да? Ай, запрыгни ты. А как тебя... Ух ты! Бинтик? Да. Отдай. Там еще бинтик лежит. Отдай. Отдай бинтик. Сука. Ну. Ого. Там не только бинтик, там еще аптечка. Блин. Ну вот как их забрать-то оттуда, а? Хрена такие... Залазь. Залазь. Аптечку отдай. Аптечку отдай. Все. Я забрал. Так, хорошо. Давайте сохранимся. Ну, блин, у меня спичек нет. Да ладно, ну не надо вот этот, фу. Хорошо. О, патронов нет. Я понял. Автомат одиночный. Так. Так, что там? В озерце, да? Ролл сказал. Нормально. Ух, кто здесь? Собачки. Блядь, собачки. Да нафига ты выбила у меня автомат? Это ты ж... Сычка крашеная. Так... Дофига, 20 патронов. На сколько раз? 2, 3, 4, 5. 5 собак. Охренеть. Да, и нож битый уже. Еще ничего нет, а что? О, хвостик. Хвостик дашь? Есть. А у этих? Ничего, обалдеть. А у тебя? Ничего. Да. Да. Так, ну... Допустим. Ию. Плохо. Ну ладно, не задыхайся. Все прям там, ничего такого страшного. Покупался в водичке чуть-чуть. Подумаешь. Так, похаваем сразу колбаску, схаваем. Все, отдышался. А что у нас там с патронами? Не хватает.
Хорошо. Ой. Главное не улететь. Что за беги, 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 я не держу. Блин, ну возьми в руки болт, что ли? Аномалии кругом. Ну не начинают это задыхаться, не надо. Ладно. Да ты ж уже под бустом, ты чё, друг? Офигеть. Не говори только, что ты там сих такой тяжелый. Парни, а вы что здесь еще? Аномалии уже, оп. До свидания. Понял. Так, пойдем к военным. Он там котом мочит. Красавчик. Куда побежал, чушка? Вот, блин, пошел звать кого-то. Искун гребаный. А, не, не ушел. Ой, да бустись уже, бустись, боже мой, да что ж ты такой слабенький-то? У нас еще 10 килограмм до полного веса. Ты уже задыхаешься. Ута, только проснулся, ёпарасоте. Немощь. Балет, не лезь в лужу. Бля, коты. Для коты. Ушел. Сейчас перемочит моих котов. Хвостики отдай. Ну ты, блин. Ну, пипец. Ё-моё. Всех застрелил? Ну, конечно, хвостика нету, да. Ну, где ты кота дел? Где? Вин, блин. Ладно, черт с тобой, блин. А что ты тут стоишь? Иди отсюда, я буду бензин набирать, не подсматривай. Здорово. Зачастил ты к нам, по делу или так? Слышишь, капитан? Чудеса, да и только. Ты про что? Может, водочки, а то сам не свой. Тела я нашел на загоревшем хуторе, в научных костюмах, целехонькие, даже монстрами нетронутые. Похоже, это именно те, которые пропали. И на хуторе чертовщина какая-то происходит, не иначе. Нашел? Как? Ты же говорил, что перерыл там все. Ёп, час. Это... Час от часу не легче. И что теперь? Только все улеглось, опять шум подымут. Ох, не вовремя, не вовремя. Может, ты сделаешь так, чтобы никто не нашел даже случайно этих жмуров? Зона, аномалии. Не понял? Ну, аномалии, понимаешь? Вручай, отблагодарю, не сомневайся. Патронами, горючка, может, даже из оружия что найдется. Если снова моих олигофренов послать, опять какую-нибудь хренотень, какая-нибудь хренотень выйдет. Ладно, Кэп, посмотрим, может, что и придумаю. Только долго не тяни, вдруг кто их раньше найдет. Разобрался я с покойниками. И как? Следов не оставил? В аномалию потопали. Считай, своими ножками дошли. Даже косточек не осталось. Ты настоящий мужик. С меня пузырь. Хочу, шучу. Никто не видел? Да нет, все чисто. Так что ты там предлагал? Так, никто, это хорошо. Я, как и договаривались, могу патрончиков к ПМу насыпать. Много пачек, 20. Или автоматных калибру
5.45, штук 300. А хочешь, для КМ столько же выдам. И бензинчика, канистру в нагрузку. Да ты... Если не нужны патроны с горючкой, то имеется на выбор два ствола. АПБ с глушителем в комплекте. Или АКС-74М. Что тебе? АКС, говоришь, да? Мне бы сохранить-то надо было. Давайте возьмем. Что возьмем? Да давайте возьмем АКС. Что там? Давай АКС. Отлично, взяли автомат. Бывай, капитан, может, еще свидимся. Так, а ну давайте на него глянем. Что у нас там за КС? У, какая штука! Глушитель, прицел на планке, ласточкин хвост, подствольный гранатомет. Отлично! Этот чинить надо, блин. Да что за фигня? Ладно, короче, идемте, наверное, на кордон. Так, да, нам надо чиниться. Идем. Котики валяются. Вот уже, блин, обормотики. Котики, обормотики. Я же с канистрой иду, правильно? Канистра с бензином. Ну, все правильно. Нож убитый, блин. Да. Ну, ладно. Блин, здесь прохода нет. Чалим на кордон. Надо починиться и вернемся на болото. Отдадим ружбайку. Чё ты запыхался, братан? Что, прям так тяжело? Ну давай забустим тебя. Все, легче. Вот это что-то он вообще не бежит. Что ж такое? Да. Тяжело. Нам же надо починиться, да, и вернемся сюда, потому что... Блин, тут что-то аномалии. О, этот котиков тут покрошил. Красавчик. Сам живой? Ты где, друг? Не понял? Где наш вояка? Алло. Коты, раз, два, три. Не вижу? Ладно. Нету? Ушел, может быть? Ну, по крайней мере, я его не наблюдаю. Ладно. Так, чалим на кордон. Кабанчики спят. Это хорошо. Так, итого. Хорошо бы, если бы не забавилось это задание с автоматом, с этим, с нычкой. Так, ребята, давайте, наверное, на кордон уже будем в следующем видосе. Чинимся и опять возвращаемся на болото в следующем видосе. Спасибо, что были со мной. Все, кто первый раз, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И до следующего видоса, ребятки. В следующем видосе пойдем уже опять на кордон, починимся и пойдем на болото опять. Все, давайте, всем пока.